7 декабря в Хрустальном зале Российского центра науки и культуры в Праге состоялась презентация книги чешского политолога Оскара Крейчи «Геополитика России». В презентации приняли участие известные чешские историки, политологи и общественные деятели. Эта книга написана в очереди для меня. Я хотел научиться понимать Россию. За это я писал эту книгу. По-моему, когда я начинал эту книгу, начал разрабатывать структуру этой книги и собирать материал, я не понимал про Россию так, как понимаю здесь. Я на этом материале первый я учился сам. Там много географии, много демографии, много экономики, но в цифрах, которые понятны, по-моему, да? Пусть не боится читатель, возьмет, посмотрит, увидит. В рамках презентации книги состоялась и панельная дискуссия на тему геополитика и политика России вчера, сегодня, завтра. Завершился вечер по традиции автографами от автора. Российский центр науки и культуры в Праге.